Огромный привет, приехала спортмастер забрать свой заказ. Сейчас я его померю, посмотрю, как у меня получится, подойдет ли мне все. В общем, я взяла вот такие брюки, синие и лавандовые, и вот такую желтую кофту. Вот примерно так получается. Как-то отсвечивает, и ничего не видно. Такой город. Мне так нравится. И она вот с таким начесом идет. Так, куртка. Сколько она стоит? Нет, брюки. Вот она здесь написана. Четыре семьсот девяносто девять. Смотри, вон там красивые, бирюзовые. А, о, вот это да. Классные, да, вот эти вот буквы тоже. Интересные. Да, интересно. Это флиски. Ну, это флиска, да. Ну, это белая. Красивая, да? А, белая, бирюзовая есть. Белая, да. Бирюзовая тоже красивая. О, мам, смотри, кстати, какие штаны. Да, но они этот. Они мальчиковые. Для мальчиков. Да, для мальчишек. А вот это? Смотри, тоже прикольная, белая с этим. А, и ага. Штаны вот от нее получаются. Да, да. Ну-ка, а это как у нас? Давай посмотрим. Здесь должен быть вроде бы написан. Вот. Ну, это 134-140. Маленький. Маленький тебе. Тоже интересная ветровка. Вот вам мой 154. Такая. Она большая, тебе кажу. Давай мы берем такую. 134. Это прикольно. Ага, это этот. Ну, остатки, видимо, распродажи. Вот. Скидки получаются 50%. Это вон 50 вот это. Да-да-да. Да, господи, умереть от страха можно. Да. Вот смотри, еще тут штуки. Да. Красивые, да? А где мой рюкзак? У папы. А сумка? У папы. С покупками. Тоже? Да, у него. Угу. Вот это вот класс, да. Тоже интересно. Да, тоненькие такие. Тоненькие и с это... С перламутровым таким оттенком. Да, но он это... Маленький. 2-3 стирки не сойдет. Ну, смотри, сколько стоит. И останется некрасивая. Смотри, под кожу. Ага. Под кожу, но не кожа, ага, как клеенка, ага, получается. Да, тоже надписи. Красивая. Фила. Тоже скидка у меня. Сколько она сейчас? 3500. А была 5000. Смотри, какая еще одна есть красивая. Такая вот. Да. Фила Про. Угу. Это вот смотри, в том году. Мы же с тобой были? Да. Вот эти куртки, они в том году висели. Вот эти, да, с вещами? Да, да, да. Он еще молочный есть. Да, но они в том году, ну, были как такие. В кожаном. Кожаном. Да, да, да. Вот это вот новое, да, походу. Вот это. Наверное. Наверное.
Он тоже интересный. Интересно, конечно, есть, но цены. Outventure. 6200 вот цена. А, вот это да. 128 размер. Угу. Цены, конечно, космос. Наподобие твоих. Вот эти вот. 134-2300 получается. Только у тебя под кожу. Да. Брючки вот да, эти да. вот. Да. Да? Да, мам. Ну, это распродажная. Ну да, это скорее всего. 30% скидка. Вот тоже. Это более теплая такая. Да, вот это вообще красиво. Огонь прям. Да. Только цены на ней нет. Смотри, содрали эту бирку. Да. Нет бирки. Ой, блин. Чё? Так током бьет. Током? Ну, цена 7000. Ничего, 40 размер. И цена. Ну, я говорю, что-то цена вообще. Цены вообще высокие. Тоже интересно. В розовом цвете. Да, тоже на нее скидка. 50%. Идем там еще дальше посмотрим. Пойдем. Термобелье. Да. Всякое разное. Что у нас восемь? Ну еще какие нашла. Очень даже красивые. Да, красивые. С цветочком, да? Да, с цветными. Цена у них. Цена у них. А что цены? Цена... Вот это, наверное, 3299 вот цена. И цены разные есть. Вот смотри, тоже. Да. Красиво. Ну, у меня дома мои коньки лежат. Нужно будет прогодиться. Да, катки откроют. Сходим. Так катки уже открыли у нас. Нет, еще же. Их открыли. Штукой заливают, когда открыли. Да, на тропе здоровья открыли. Уже. На тропе здоровья? Да, там смотри, длинный пластик. такой вот это котов. Да, вот эта кружка вообще классная. Смотри, какая. Как в поезде. Походная. Да, походная. Смотри, складная это вилка. А, ага. Вот смотри. А это? Салатник такой. Не салатник это. Какой салат? Это не салатник. Это маленькая тарелочка, как емкость такая. Да, вот это тоже походное интересно. А вот Винч, смотри, а. Это как это, как у этих курток получается, как у этой одежды. Это тоже чашечка. Посмотри, здесь их целый этот. Целый ряд. Да, целый ряд. Далее мы решили немножко зайти в Фикс Прайс посмотреть, так как он находится рядом со спортмастером у нас. Смотри. Да, это вот эти вот я смотрела. Почему-то они мне тут... А, нет. 49, подожди, там другие были. А вот 99. Или да. Такие, что ли, я смотрела. Ты вроде вот такие смотрела. Нет, я подожди, я смотрела у них на сайте. Или вот такие, что ли, я смотрела, 299. Ну я точно посмотрела. 17 штук. Да, вот такой бокал. Я у них тоже видел. Это вот как у нас. Ага. Только они другие. И вот еще. Они называются. Ага. Такие же есть, но они под шоколадкой. Убери, пожалуйста. Ладно? На место. Бокал видел. А, вот смотри. Это как в Икее. Да, ведь? Да. Бутылка. Да.
есть игрушки. Смотри, вот мы в том году здесь были. Здесь игрушки были такие же. Все, ничего не меняется. Деревянный тортик. Слуги. Что посмотрела? Раскраска. Это снежки лепили, да? Да-да. Сколько он стоит? 199. 79. А, 79. Да, вон. А, это ледянка, оказывается. 199. А снежка ля получает 79. Ага, со стираемыми. Чернилами. Угу. То есть у них на задней вот этой штуки есть такой ластик специальный. Качок конструктор. Ага. Да, на новогоднюю игрушку вот такой. На елку игрушку. В Канаде. Интересно. Металлический. Ага. У меня голос так садится. О, смотри, точилка робот. А ты знаешь, я еще что видела? Вот этот робот-ночник. Да, а да, вернее, да. Не робот, космонавт. 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 Он там, под те ночники. Да. Пойдем посмотрим. Нет. Я вообще не здесь видела.